19 августа с 10 до 13 часов прием граждан проведет руководитель Следственного управления Следственного комитета по Калмыкии Алексей Сердюков. Гражданам, желающим попасть на личный прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, заявление, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения. Прием будет осуществляться по предварительной записи. Подробности можно узнать, обратившись по телефону 38433, 38351 или на официальном сайте ведомства в разделе «Интернет-приемная».